Это программа «Люди. Дело». И мы ее ведущие. Илья Кусакин. Павел Курьянов. У нас в гостях сегодня Михаил Слободин, директор Билайн. Всем добрый день. Мы не претендуем на то, что мы самые умные, но у нас точно есть то, чем мы можем с вами поделиться. И с помощью моего изобретения мы сможем обеспечить пресной водой все человечество на долгие годы. Браво, браво! Жаль, что после моего выступления твои изобретения все забудут. Вали отсюда! Подождите, вы что, тоже ученый? Конечно! Меня даже на зоне лаборантом прозвали. Потому что я любил наблюдать, как мужики в соседней камере экспериментируют. А почему тогда на вас халат трудовика? Да, не обращайте внимания, я просто все остальные вещи не купил. Короче, прошу любить и жаловать. Хохлон! Твою эволюцию, что за дебильное название? Сначала рабочим названием было Слонтус, но у меня получилось вот это. То есть вы просто скрестили слона и кактус? Просто? Пашему стырить слона из зоопарка и вылить на него цистерну в зеленке это просто? Ах, и какая же польза от вашего изобретения? Очень, очень много пользы. Во-первых, он очень талантливо поддакивает. Ну да, есть такой момент. А во-вторых, очень убедительно. Да сто пудов, так и есть вообще. Так, все, берите своего коклона и валите туда, откуда он вылез. Подождите, а как же мое второе изобретение? Гибрид сосны и бабуина. Сосуин, я так полагаю. Ага. Охрана, выведите его! Если в ресторане мне не понравилось блюдо, и я попрошу его поменять, то как на это должен отреагировать ресторан? Согласно закону о защите прав потребителей, вам или переделают блюдо, возможно, с заменой на аналогичное по стоимости, или же вообще блюдо не будет включено в счет. Вам бесплатно, мистер Торренс.